мы духовно-интернациональная миссия. Один Бог для всех. Католическая церковь. Вы знаете, как переводится католическая церковь? Это вселенская церковь. Когда была первая церковь, учеников начали называть христианами в Антиохии. И потом церковь, когда начала расти, откуда она начала расти, не знаете? Не слышу вас! Громче! Еще громче! А еще громче! Из Рима она начала расти по всей земле. Вселенская. Потом в 1054 году в Константинополе, нынешнем Стамбуле, там появилась православная церковь. Это было 11 век уже. Но послушайте, суть не в том, где какая церковь. Суть в том, что каждый, кто бы он ни был, и кому бы он ни принадлежал, какой деноминации, я хочу тебе сказать, не принадлежи деноминации, принадлежи Богу. Однажды я пришел в дом инвалидов и не могу понять. Знаете, поговорил с директором дома инвалидов и не могу уйти. Ну не могу уйти, и все. Хожу по коридору. А у них как сонный час, поняли? Я и не могу уйти. А она на меня так смотрит. Я говорю, все хорошо. И вот их приводят в столовую. И я захожу, а им ставят полстакана компота. Друзья, и печенинку. Маленькую-маленькую. Я говорю, как это? Как это? Мало того, что они вообще лишены всего вообще. Они не могут ходить. Они не могут сами есть. У них нет родителей. Но у них даже нечего съесть. Она меня позвала. Раскрыла мне все книги. Смотри, в декабре принимался бюджет. Он принимался на гривне. И сразу доллар вырос в 3 раза. И получается, на каждого ребенка по несколько гривен в день. Поняли, что вышло? Ну, короче, вы мысль уловили, о чем я говорю? В ту сторону или в ту сторону? Сам смысл. Мы с Викторией, мы взяли и начали сами кормить этих детей. Мы выделили лично сами 75 000. И начали не просто отдавать эти деньги. Потому что отдавать деньги, знаете, это они могут оседать где угодно. Нет. Мы сами закупали все и привозили. Закупали и привозили. Наша команда трудилась и работала. Я вам говорю, что такое семя, вы должны услышать. В семени скрыт урожай, подождите. Какой урожай? Деньги? Да. Но, смотрите, блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. О, а это уже не деньги, правда? Это ты шел на дороге, я лично видел, как женщина идет по дороге, видеокамера сняла, скажи. На всей скорости ее сбивает Lexus. Джип Lexus на всей скорости. Зима. Она подлетает вот так вот просто там. Кажется, что все, смерть неминуема. И она сама рассказывает, говорит, а я вот так вот упала, встала, обтрусилась и пошла. В день бедствия избавит тебя Господь! В день бедствия избавит тебя Господь! В день бедствия избавит тебя Господь! Аллилуйя! Вау! 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 В день бедствия избавит тебя Господь! Ты придешь к врачу, тебе скажут: «О, у тебя здесь опухоль! Мы взяли здесь злокачественно, в день бедствия, избавит тебя Господь!» Аллилуйя! Ты придешь в следующий раз, и они скажут: «Простите, мы попутали ваши анализы!» Скажи: «Я процветающих!» Аллилуйя! Дорогие друзья и партнеры, наше сердце переполняется благодарностью и любовью к каждому из вас. Спасибо за ваши молитвы. Мы благословляем вас и ваши семьи. Пусть мир Божий наполнит ваши сердца. Этот прекрасный саммит, который стал ответом для миллионов людей, вышел благодаря вам, дорогие партнеры. Чтобы стать партнером, пишите нам или посетите наш сайт. Пусть Бог укрепляет вашу веру. Спасибо каждому, кто уже стал партнером и поддерживает финансово служение апостола Владимира и Виктории Мунтян. Пусть Бог укрепит вас. Знайте, что мы с Викторией молимся за вас каждый день.